Дагестана вообще нормальный человек? Ну, бил из Дагестана, что не так? В Дагестане нельзя никого бивис назвать. Не показывай. Там нет MTV. MTV? А. Куда вы, Люба, отошли? Если вы не за Биг Бон там отычили, то вам нет оправдания. Понятно, сели унули. Ну я что-то да не понял ни хрена. А вчера что, я на 15 минут отошёл, пришёл уже, все вышли из Дискорда. Мы не вышли, мы перешли на другой чат просто. Ай, бля, ну пипец. Зачем? Я не посмотрел, да? Ну потому что там люди сидели, мы типа к ним зашли. А, понятно. Ну мы всё равно уже не играли, просто типа поболтать. А, понятно. Блин, ну короче, у нас... Сейчас я выйду. А то у нас все заражены, никто не зайдет. А потом я под прикрытием зайду. Так и просто я... сделал бы рандом, зачем выходить? Ну вот сделал. Длинным пути. Ну сделал, ты просто зашел лобби обратно. Я не понимаю, куда они свалили, ты чего они там сказали, я ничего не услышал. Блин, не знаю, сначала Люба предложила, успеем ли мы что-то там пожрать. Понятно, а есть что жрать, подавай. Да я тоже пожрал бы вообще, просто... Блин. Просто что? Я не могу быстро так пожрать. Ты играй и ешь одновременно. Но у меня такой еды просто нет. У меня рис. Я умоляю, какой такой, ты даже чай пьешь, отходишь. Вот именно. Тоже надо поставить его, потом налить. Хотя сейчас лучше, потому что у меня терничаник, который бесит. Который начинает свистеть на всю квартиру, надо обязательно прибежать и выключить. С плиты снять. А он тебе просто... бесшумный, который просто сгорает, если ты о нем забываешь, да? Да, да, да. Ну я в кастрюльку просто начал наливать ради эксперимента, потому что я тут чайник, я не знаю, блин. Пока мы жили вместе, там мама... У этих чайников свистульку можно снять просто. Нет, свистульку можно, да, я не из-за этого. Там просто он забился всяким дерьмом, вот этим грязной водой и всем этим говнищем, который в чае потом плавает. Я не знаю, чем его лимонную промывать. Лимонную кислоту в порошке. Ну я что-то засыпал. Я ставлю на часа два, там четыре. А, на два часа, бля, я мало, значит, мало ставил. Я просто прокипятил, тут же вылил. Нет, там надо именно скипятил, оставил. А, потом вроде бы еще раз кипятил и... Да, это так. Накипь сраная, там просто жесть. Я ради экспериментов с кастрюли налил. И там просто реально прям за один раз буквально уже образуется. Я не знаю, что за говно вода у нас течет. Пытается разговаривать еще один человек в лобби. А, да. Я, конечно, напишу АФК одна минута, но я сомневаюсь, что они придут за одну минуту. Угу, вообще исчезли. Ну ладно, тогда я пойду кастрюльку свою ставить, наверное. У тебя одна минута, Лёша. Ну я потом, пока лобби будем там переходить, сниму её. Я на маленький огонь, чтобы она могла хоть час стоять.